Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами я, Глеб, и сегодня мы продолжаем прохождение модификации на Stalkers of Pripyat под названием «Смерти вопреки в паутине лжи». И в прошлой серии мы с вами выбрали сторону Харальда и собирали улики на Хасана. Сейчас мы с вами должны передать Харальду эти улики, и, впрочем, что ж, давайте-ка этим займемся. Итак, Харальд, принес я тебе твои доказательства. В общем, мне удалось все выяснить. Ну давай, не томи уже. Говори, ежели есть что сказать. Как ты предполагал, скауты были убиты. Их отравили с помощью довольно редких химических веществ. Одна половина находилась в фильтрах их противогазах. Катализатор же как-то сработал около аномалии. Уже через сутки все следы реакции испарились бы, и концов никто не нашел. Я вычислил, что противогазы группе передал человек Хасана. Техник клянется, что он ничего в них не закладывал. Врет. Он сдал всех подельщиков Хасана из клана. Как только я попытался к ним подойти, они открыли огонь на поражение. Пришлось их ликвидировать, но я вскрыл их схрон, и надежные там записи доказывают непосредственную вину Хасана. Это отличные новости, Варк. Все, допрыгался, пидорас. Можно брать его за шиворот и расстрелять. У бойцов группировки не должно возникнуть больше вопросов. А как быть с техником? Он ведь его человек. И, возможно, даже не единственный. Наверняка еще люди завязаны в этой схеме. А это уже не так важно. Главное — обезглавить врага. Остальные пешки ничего не смогут больше сделать. Да и нового техника я пока так быстро найти не смогу. Поэтому пусть пока живет. Если что, отправится за Хасаном. Ладно, мне нужно дать распоряжение и подготовить ликвидацию Хасана, и, возможно, ты мне еще понадобишься для этого. Это хорошо, но теперь надо решить и мое дело. Все бы ничего, но как насчет моего дела? А, вот. Так, давай теперь конкретно. Что ты можешь мне сказать по моему делу? Делов ты тут, конечно, наворотил. Твой контракт — это тоже, конечно, дело твое. Только вот, как по мне, слишком уж подозрительный. Нечисто это дело, Варк, очень. Но раз я обещал помочь, значит помогу. Различные факты, как о чистонебовцах, так и об ученых, ты уже собрал. Всех ты должен будешь передать Связному. Когда мне ожидать Связного? Скоро, друг мой, скоро. Что у нас в итоге? Отряд Чистого Неба был здесь где-то неделю назад. Пару человек из него видели наши люди. Был найден один труп, но вероятнее всего это их агент. Сам отряд, скорее всего, погиб полностью, на них напали мутанты. Ученых видели где-то в то же время. Один из трупов был найден около аномалии. Судьба остальных неизвестна. Вероятнее всего, в лесу какое-то скрытое убежище, которое они использовали. Вроде все по этой теме. Это самые обобщенные факты, собранные как среди сталкеров, так и среди скаутов клана. Благодарю за помощь, я не забуду этого. Так, отлично. Задание выполнено. Ну что ж, информацию раздобыл, а что дальше? Ага. Подходи в указанную точку. Нам есть о чем пообщаться. Окей. Где эта точка, парень? Ух ты ж, ё-моё, опять у заброшенной фермы. Опять топать. Не пойми куда и не пойми как. Ладно, раз так. Что мне по патронам? Если что, отстреляюсь. Хорошо. Ладно, дорогие друзья, когда дойду до указанной точки, тогда и продолжим. Так, нужно встретиться со Связным. По крайней мере, на карте есть какой-то объект, и кажется, вот, это он. Слушайте, что-то рожа знакомая, кто это? Нет, Бурбузин или Бурбузин. Скорее всего, Бурбузин. Нет, такого я не встречал. Ну что ж, давайте-ка поговорим с ним. Ты мой Связной? Могу я поинтересоваться, почему вы так долго не выходили на связь? Не, блин, я Связной монолитовцев. Или ты тут еще кого-то видишь? Выходить с тобой на связь. А для чего? Ты разве нашел ученых или нашу пропавшую группу? Думаю, нет. И смысл нам было с тобой говорить? Сопли твои выслушивать? Некоторую информацию я раскопал довольно быстро. Нужно было ее вам сообщить, и я надеялся, что будут какие-то новые указания. Новые указания? Друг мой, ты не в армии находишься. Я не сержант. Ты не солдат-срочник. Тебе выдали задание, ты на него подписался. Нам важен результат, и не более того. Никто тебя за ручку водить не будет. И стоять над душой тоже. То, как именно ты его добьешься, для меня не важно.
а для нашего руководства тем более. Результат. И точка. Ты можешь для его получения хоть всю группировку местных вольных сталкеров раком поставить. Нас это не интересует. Результат. Мне нужны данные, факты, а еще лучше конкретные люди, которых мы ищем. Живые или мертвые, неважно. Раз со мной связались от твоего имени, значит кое-что у тебя есть. Так что выкладывай, что удалось выяснить. Хорошо. Мне удалось отыскать одного из ученых пропавшей группы. Он погиб в аномалии. При нем были какие-то документы, думаю, они тебя могут заинтересовать. Помимо этого, удалось отследить судьбу как минимум двух людей из вашей группировки. Один из них, вероятно, такой же нанятый агент, как и я, погиб при загадочных обстоятельствах. Со слов местных, сожрали его неизвестные мутанты. Так это или нет, неизвестно. Другой же сталкер, скорее всего, был бойцом пропавшей группы. Также погиб. Ну, либо был убит. Да скорее всего был убит. Либо местными, либо наемниками по приказу местных. Хотя возможно, что его принадлежность я определил неправильно. Кто это из них двоих был вашим агентом, а кто бойцов? Точно не знаю. Но то, что они оба мертвы, факт. Раз мертвы, значит они находились здесь какое-то время. Группа из территории подконтрольной местными не выходила. У меня есть предположение, что она также целиком была уничтожена. Либо местные что-то скрывают на их счет. По поводу ученых, им известно одно. Это предположительный район, где они могут до сих пор скрываться, если еще живы. Понятно. В целом, пока удовлетворительный результат. На безрыбье и рак рыбы. Ты действительно прав относительно того, что здесь работал наш, так сказать, штатный агент. С твоих слов выходит, что он мертв. Этого мы и боялись. Он действительно очень давно не выходил на связь. Последний раз, когда он это делал, мы получили сведения, что он смог отыскать одного из бойцов пропавшей группы. Последняя ниточка к этой группе обрывается с гибелью этого агента. Вероятнее всего, они все погибли. Поэтому будем исходить из этого. А это уже результат, хоть и весьма плачевный. То, что тебе известен более конкретный район, где можно продолжить поиски ученых, это обнадеживает. Судьба ученых для нас имела первостепенное значение. В общем, поступим с тобой так. В скором времени сюда прибудут несколько наших групп. Ты, насколько мне известно, довольно успешно вошел в доверие к местным сталкерам. Поэтому как хочешь, всеми правдами и неправдами, ты должен убедить их не мешать нашим отрядам здесь действовать. После этого ты укажешь район поисков нашим группам. Все понял? Давай, до связи. Мы свяжемся с тобой, когда отряды будут готовы к операции. Принято, бывай. Окей, так, агент свободы. А я ведь предупреждал тебя, но ты не послушался. В следующий раз может и не повезти. Давай, возвращайся, ребенок. Будем учить тебя, как жизнь в этом мире устроена. Я вас не понял. В смысле? Ага, это тот, который меня спас. Ладненько. Свободовцы вообще здесь какие-то странные. Да и вообще, мне кажется, что здесь многие такие, знаете, персонажи-двуликие, которые периодически сменяют маски. Возможно, это и так, однако здесь какая-то тварь гуляет. И это песики. Я бы сейчас им что-нибудь гавкнул. Однако это с обычными шавками работает. С этими как-то не особо. Так. Уже кто-то на карте есть, и это, похоже, тот самый свободовец. Давайте-ка я сохранюсь. Топ. Стоп. А чё у вас так много? Так. Анубис. Чё это ты тут устроил? Почему здесь так много объектов, а? Кто здесь ещё гуляет? Ну, здравствуй, спаситель. И для чего я тебе понадобился? Ну, а сам-то не догадываешься? Ну, я должен тебе, и ты решил сейчас требовать долг. Правда, я не представляю, как смог бы его отплатить, ведь ни денег, ни артефактов у меня здесь нет. Все самое ценное в моем скроне на гранитаре. А ты подумай, что именно мне может от тебя понадобиться. Деньги, артефакты — это мелочи. Мне они не нужны. А вот поработать на меня? Думаю, ты в состоянии это сделать. Провернешь для меня пару дел и считай, что ты расплатился. Что конкретно от меня нужно? И на чьи интересы эти дела будут влиять? Ты же ведь непростой сталкер, верно? Непростой, как и ты. Интересы? Ну, не знаю. В
первую очередь на твои, во вторую очередь на группировку Свободы, ну а в третью ты решишь сам. Ладно, достаточно этой лирики. Итак, что от тебя нужно? Недавно я получил информацию о появлении здесь крупного отряда бандитов. Местные сталкеры каким-то чудесным образом с ними договорились и тупо пропустили их на свою территорию. Вполне возможно, что эти бандиты связаны как-то с наемниками, а те, в свою очередь, со сталкерами. В общем, не суть. Эти бандиты мне очень мешают. Это все, что тебе пока достаточно знать. И как ты уже догадался, тебе необходимо их ликвидировать. Эти бандиты, скорее всего, связаны с Хасаном, местным замом. Странно, ведь Харальд обещал его ликвидировать. Ну да ладно. Какова численность их отряда и где их место дислокации? А с чего ты взял, что только Хасан может быть связан с бандитами? Ты задаешь правильные вопросы, и это очень хорошо. Мне нравится такой подход. Однако ты делаешь преждевременные выводы. Отряд их не более 10 стволов. В скором времени они должны расположиться в районе местной заброшенной фермы. У тебя есть несколько часов, чтобы успеть подготовить грамотную засаду. Я дам тебе координаты тайника. Там есть кое-какое оборудование. Соберешь парочку фугасов и достойно встретишь гостей. Выполнишь это дело, встретимся вновь и еще кое о чем поговорим. Я уверен, что у тебя возникнут вопросы. Лишние вопросы нам не нужны. Решить бы эту проблему так, чтобы они не возникли. Да, и еще, мне нужно договориться с местными. По поводу группировки «Чистое небо», да, я в курсе. Уверяю, работа на меня не займет слишком много времени. К тому же, я уверен, ты пересмотришь кое-какие свои планы. Как видишь, мой ответ порождает еще больше вопросов. Вопросы возникают всегда, друг мой. Важно то, будет ли смысл их задавать. Ты думаешь, что его не будет? Я ничего не думаю. Важно будет, что ты думаешь. Ладно, бывай. Как сделаешь дело, выйдешь на меня вновь. Тогда и посмотрим, найдешь ли ты смысл. Или мне придется тебе на него указывать. Ладно. Так, что теперь? Скройте тайник. Где этот тайник находится? Кстати, недалеко. Тут можно даже и не сохраняться, я думаю. Точнее, нет, сохраниться бы надо. Но я думал это насчет пропустить момент. Но вижу, не нужно. Так, а вот и тайник сразу заприметил где-то вдали. Забираем все, и теперь соберите фугасные. О, господи. Мамин сапер. И каким образом? А, все. Так, стоп. Введите значение двух параметров. Время дальнего сведения. Длина датчика цели. Вводимые пары первого варианта это 6 и 2. То есть, типа так, что ли? Ага. Ну, вроде не сложно. Так, теперь куда? Ну, все равно я нахожусь недалеко, поэтому... Я думаю, добегу. На всякий случай еще раз сохранюсь, потому что я тут как раз мимо аномалии пробегал. Не хотелось бы, знаете, вот во время того, как я бежал, или перезапустил бы сохранение, случайно опять вляпаться в аномалию. И, черт возьми, скушай ты уже сосиску. А то уже, видите, из-за голода он теряет выносливость. Так. Я надеюсь только, что там никого не будет. Так, знаете, вот пойдет что-то не по плану. Вот тут я жалею, что у меня нет снайперки. Я бы занял хорошую позицию и давно бы уже встретил этих гостей. Так, если что, энергетик есть. Ну, надеюсь, убегать не придется. Так, теперь осталось еще здесь заложить. Блин, то разминировать надо было здесь что-то. То сейчас опять заминировать. Слушайте, ребят, ну это прям... такое дело. Кстати, а ты чей будешь? Наемник. А, стоп, я же его и обыскивал в прошлый раз. Именно его документы помогли найти пещеру. Так, что теперь? Ожидайте появления бандитов. Ну, это дело несложное. Думаю, стоит заранее заготовить интерес. Но почему так далеко мы должны отходить? Так, 13 секунд. Я не знаю, насколько бандиты быстрые, но... Ну, не знаю, ребят. Я думаю, они бы не успели дойти за это время.
Так, проверьте место засады. Прихожу, а там бандит сидят такие, картошку жарят на обугленном трупе, говоря. Впрочем, да, кто-то есть. Два бандита, три, ладно. Три уже проблема. И сейчас, как назло, я их не увижу. А, нет, стоп. Вроде они все валяются. Здравствуйте. Ну-ка, сначала дойду до точки, чтобы понять, что происходит. Проверьте место засады. И добейте раненых. А, просто раненых добить. Так неинтересно, ребят. Я что-то его труп долго не мог обыскать. Так, стоп, блин, где твоя голова, а? Стоп, чисто небо? Ребят. Какого черта? Не за хвост собачий. Еще один. Может, я что-то из диалогов упустил, но здесь чистое небо было. Вот, уничтоженный вами отряд якобы бандитов оказался на самом деле боевой группой чистого неба. Вернитесь к работодателю и потребуйте объяснить произошедшее. Вот именно, что-то я даже сначала и не вкурил. Думаю, что такое? Он, кстати, здесь стоит. Слушай, друг, что-то ты тут натворил делов. И как это понимать, драный ты баклан? Я же теперь покойник. У меня был контракт с этими пернатыми сталкерами. Да ты, тварь, меня просто-напросто подставил. Тише ты, тише. Я же говорил, что возникнут вопросы. И как я вижу, сам найти ответы на них ты не сможешь. О чем ты говоришь вообще, мать твою? Да, я благодарен тебе, что ты спас мне жизнь. Но сейчас ты меня сам в петлю засовываешь. Свобода решила моими руками разжечь конфликт с группировкой «Чистое небо». Ради чего? И что мне теперь после этого делать? Я уже почти завершил свою работу на пернатых, пока ты ее не сорвал. Думать, друг мой, тебе голова дана не просто так противогаз носить. И в петлю я тебя не засовываю. А наоборот, второй раз уже, считай, вытаскиваю. Правда, ты этого пока не понимаешь. Скажи мне, ты действительно думаешь, что твой контракт на группировку «Чистое небо» будет щедро оплачен? Ты думаешь, им нужны лишние свидетели их дел? Тебя наняли на эту работу и уберут сразу же, как только ты ее выполнишь. Чистонебовцы пока не узнают, что их отряд был ликвидирован именно тобой. Но они узнают. Но пока у нас есть время. Что? Ты считаешь, что их контракт клипа? Не было еще ни единого случая, когда кто-то мог усомниться в их репутации. Да, ты прав, не было. А не догадываешься, почему не было? Не потому ли, что некому было об этом рассказывать? Сталкер, я ведь не просто так топчу эту зону. И мы не просто так свои дела ведем. Скрытая война группировок идет всегда. И ты сейчас оказался в нее втянут по самой гланды. Так что послушай, что мудрые люди говорят, если не хочешь выбыть из этой игры. В ней либо побеждают, либо умирают. Третьего не дано. Так реши, что тебе нужно. Назови хоть одну причину, по которому я должен тебе верить. Наверное, потому что у тебя нет выбора. Ты уничтожил боевой отряд одной из влиятельных группировок зоны. И теперь от меня зависит, решим мы эту проблему или нет. Впрочем, это не беда. Ну ты сам подумай. Чистое небо отправляет вольного сталкера к черту на куличики искать какую-то свою группу ученых. У тебя никогда не возникал вопрос, что это за группа ученых, почему они были атакованы, и для чего конкретно за ними был выслан отряд чистонебовцев? Или почему сейчас за тобой высылают целый боевой отряд отшибленных головорезов? Кстати, я забыл тебя спросить. Как все прошло? Засада сработала? Сработала. Ученые работали на чистое небо. Были атакованы наемниками, их пытался спасти боевой отряд клана, но безуспешно. Что, тебя эта версия не устраивает? Видишь ли, не все так просто в этой жизни. Начнем хотя бы с того, что эти ученые-сталкеры никогда не работали на группировку «Чистое небо». Тебя обманули, друг мой. Причем с самого начала. Я понимаю, ты сейчас потребуешь доказательств. Отправляйся-ка ты к заброшенной башне, там тебя должен ждать один сталкеренок. Он не мой человек, предупреждаю сразу. И не нужно ему знать обо мне. Но его сведения подтвердят любые мои слова. Скажешь ему, что ты разыскивал пропавшую группу ученых по заказу группировки «Свобода». Сталкер этот довольно известная в зоне личность. Ты не сможешь ему не поверить. По крайней мере, я надеюсь на это. И я надеюсь, ты не наделаешь глупостей. Поторопись лучше. Времени у тебя сейчас не очень много.
Как только уяснишь всю ситуацию, думаю, ты сам захочешь помочь мне разрулить это дело по-своему. Надеюсь, что ты прав. Так, тут у меня сразу несколько маркеров возникло. Это поручение Харальда, следуйте к лидеру группировки. И Клык, отыщите сталкера по имени Клык. Вот это поворот, ребят. Думаю, с него лучше бы начать. Так, и... Ох, Возгенчик, мудрый твоей целебной водицей спить надо. Так, ребят, в общем, когда я дойду до Клыка, тогда и продолжим. Итак, мы с вами постепенно вернулись к старту игры. Точнее, к месту, где началась, собственно, игра. Если не ошибаюсь, то это именно то место и есть. И сейчас... Господи, да вы все как будто на одно лицо. Здравствуй, Клык. А ты что здесь делаешь? Мы знакомы. Что-то припоминаю тебя, но пока не признаю. Ты из местных? Не, я Варк с Агроинтаря. Ваша группа вместе со Стрелком и Призраком была там некоторое время, когда я еще работал на Ареста. Понятно теперь. Тебя-то сюда зачем занесло? Я ищу здесь пропавшую группу ученых-сталкеров по заказу группировки Свобода. Они появились здесь недавно. Их пощипали какие-то наемники или бандиты, а после пришли сюда. Что? Получается, мы одно дело делаем? Большая неожиданность. А как ты вышел сейчас на меня? Давай рассказывай все, что тебе известно. Один старый друг подсказал, где тебя искать. Известно мне не так уж и много. За ними был послан отряд Чистого Неба. Видимо, для того, чтобы оказать помощь. Но, по всей видимости, они погибли здесь. Отыскать следы ученых мне пока не удалось. А вот что тебе об этом деле известно? Да побольше твоего, сталкер. Только вот особо посвящать тебя в эти планы нет желания. Хотя, если ты не погибнешь, то все равно большинство информации раскопаешь. Так что слушай. Группа ученых вышла с Янтаря и должна была встретиться с нами, то есть со Стрелком. Мы заказали им кое-какое оборудование для похода к центру зоны. Передавать его на территории Янтаря не стали. Слишком уж много там чужих ушей и глаз. Договорились о встрече на нейтральной территории. Но ученые до нее не дошли. Кое-кто все же пронюхал об этой сделке и попытался нам помешать. И эти кто-то, ублюдки из Чистого Неба. Они не желают, чтобы кто-то прошел через выжигатель и пойдут на все, лишь бы нас остановить. Это именно они атаковали ученых. Но что-то у них там пошло не так. Большая часть группы погибла, но те люди, у которых находилось оборудование, им удалось уйти. Все же пернатые сами-то не ахти какие бойцы. А услугами наемников они пользоваться не стали. По их следу был пущен боевой отряд чистонебовцев с четкой задачей. Любой ценой найти и уничтожить остатки группы ученых и оборудования, которое было при них. Слушайте, а теперь хоть что-то стоит на свои места? Ничего себе. Ничего себе. Вот это поворот. А у меня были сведения, что наоборот эти ученые работали на Чистое Небо. И их отряд был послан им на помощь. Ха, это все ложь. Уж поверь мне. Чистонебовцы, они и есть виновники всей этой заварушки. Они готовы все топи перепахать, лишь бы найти оборудование этих ученых. Но оно для них уже недосягаемо. Я как раз недавно забрал его у них и перепрятал в надежном месте. Так что Чистое Небо осталось ни с чем. Мне жаль, что не удалось вывести ученых отсюда. Пернатые убьют их, когда найдут. Но мы должны пойти на эти жертвы ради общего дела и сталкерского блага. Хотя, быть может, друзья из Свободы или Долго доберутся до них раньше. Не понимаю, зачем ты мне все это рассказываешь? А чего мне бояться? Судьба ученых меня больше не интересует. Свое дело они сделали. Передали оборудование для похода. А до оборудования пернатые не доберутся при любом раскладе. Даже если ты их шпион. Мне даже выгодно, чтобы ты оказался их шпионом. Убить ты меня не убьешь. А если передашь те сведения, которые я тебе рассказал... Это даст шанс ученым спастись. К тому же не факт, что я тебе не соврал. Черт, да как же все сложно. В какую же задницу я впутался? Зато я солгал тебе, Клык. Я действительно работал, да даже по факту, пока еще работаю на Чистое Небо. Они наняли меня, чтобы я отыскал группу ученых-сталкеров и их пропавший отряд. А недавно на меня вышли люди из Свободы. Они намекнули, что чистонебовцы меня лишь используют и убьют сразу, как я выполню свою работу. Я не поверил сразу, но сейчас ты полностью подтвердил их слова.
Кроме того, свободовцы подстроили так, что я убил нескольких чистонебовцев, с которыми должен был работать далее. Так что попал я в жернова, в самую настоящую паутину лжи, выхода из которой нет. Да, сталкер, занятная история. Расклад у тебя, скажем так, печальный. К пернатам назад нельзя. Прознают, что ты убил ихних, и ты покойник. Свободовцы подставили тебя, по сути. Не знаю, я бы не доверял им после этого. Ну а мне ты тоже поначалу солгал. Парень, это игра. Игра опасная, в которой либо выживают, либо умирают. Третьего не дано. Где-то это я уже слышал. Кстати, получается, что мы с тобой оказались здесь и заочно знакомы еще раньше. Такого сталкера, как Вазген, помнишь? Ты относил от него пакет с документами в тайник. Так вот, я именно тот, кто забрал его и переправил далее по цепочке, чтобы он дошел до бандитов. Этим самым мы создали большие проблемы чистонебовцам. Скоро на болото хлынут десятки ренегатов всех мастей. Это, возможно, поможет нам со стрелком и отвлечет их, пока мы окончательно не подготовим поход. И этот план мне подсказал один из свободовских скаутов. А тебе я могу вот что посоветовать. Попробуй соскочить или сбежать к долгу. Не особо какой оптимальный вариант, но те хотя бы своих не сдают. Хотя, если свободовцы предложат тебе дальше приемлемые условия сотрудничества, то почему бы и нет? Ведь они же тебя не убили, хотя тоже могли. Для меня главное, чтобы ты не оказался на стороне пернатых выродков, да и для тебя это теперь главное. Так что решай, как быть сам. С собой мы тебя взять не можем, у нас своя дорога. Один свободовец мне жизнь спас. Возможно, это даже один и тот же человек, тот, с кем ты работал. Пожалуй, я попытаюсь все же сначала свалить, а если уж не получится, то там видно будет. Тем более, если свалить не удастся, иди без раздумий в свободу. Ладно, бывай. И да, все же забудь, что мы с тобой говорили. Ладно, удачи вашей группе. Быть может, вы именно те, кто изменит историю зоны навсегда. Вот это поворот, ребят. Не, слушайте, вот такие повороты я люблю. Сделано неплохо. Так, что ж... К лидеру группировки отменено. Скройтесь из зоны. Куик пролил свет на последние события и подтвердил слова Анубиса относительно группы Чистого Неба. Оставаться здесь теперь опасно. Покиньте локацию как можно скорее, иначе вас просто разменяют, как ненужную пешку. Так это стоп, это я мог сейчас... Получается... Это что, одна из концовок, что ли? Так, когда я там последний раз сохранился? Вроде перед разговором, поэтому... Сейчас отдельное сохранение создам и попробую сбежать. Знаете, ребят, все-таки я немножко ошибся. Вот здесь было начало игры. Здесь вот еще свободовцы стояли. Так, давайте-ка посмотрим, что из себя представляет вот дальнейшие все эти действия. Так, так, так. А, стоп. Как так? Сталкер, долго ты ходишь вокруг да около? Подходи, пообщаемся. Отвечу на многие интересующие тебя вопросы. Развязка. Встретись с Анубисом. Что-то сбежать из зоны не удалось. Нафига я шел? Непонятно. Зато теперь мне нужно опять топать туда. Офигеть. Ну... Анубис, здравствуй, друг мой. Зачем я пытался сбежать, не знаю. Но все же. Даже не знаю, с чего начать. Клых полностью перевернул мое представление в происходящем. Настолько перевернул, что ты пытался сбежать. Но не сбежал же. Верно. Покров лжи, спавший в твоих глазах, все же не лишил тебя возможности и дальше трезво думать. Если бы ты проигнорировал мое сообщение, то был бы уже мертв. Я понимаю это. Ладно, раз мы уже здесь, значит, я тебе еще должен что-то... Для чего ты еще нужен? И убивать ты меня пока не собираешься. Что я должен теперь делать в свете последних событий? Как я понимаю, нашей главной заботой сейчас является группировка Чистое Небо. Правильно понимаешь. Чистое Небо — большая проблема. И нам предстоит ее решить. Официально я представляю группировку Свобода. А неофициально узнаешь, когда придет время. Либо же не узнаешь. Это сейчас не важно. Важно то, что ты теперь будешь работать на меня. Ты неплохо проявил себя здесь. Ты умен и можешь проворачивать дела игры группировок. Я давно наблюдал за тобой.
И ты мог наблюдать за моими действиями, хотя ты не знал, что в этих событиях был замешан именно я. Итак, что нам предстоит сейчас сделать? Во-первых, ликвидировать тех чистонебовцев, что отправились сюда под душу тех ученых сталкеров. Одну группу ты уже уничтожил, но остались еще как осведомители, так и один крупный боевой отряд. Во-вторых, нам необходимо позаботиться о самих ученых. Как лучше поступить в вопросе с учеными? Здесь два варианта развития событий. Либо мы их убираем, либо же будем дальше использовать в нашей партии против чистого неба. Скорее всего, придется убрать. Вывести их отсюда будет проблематично. Главную свою задачу они сделали. Передали группе стрелка оборудование. Почему ваша организация поддерживает группу стрелка? Скажем так, нашей организации пока выгоден стрелок и его ребята. Они пытаются проникнуть в центр зоны, где уже долгое время не ступала нога нормального человека. Не вопрос, пусть пробуют. По крайней мере, пока они как кость в горле для чистого неба, мы будем играть с ними рука об руку. Ты говорил, что давно наблюдал за мной. И что ты был замешан во многих вещах, которые здесь произошли. Верно. Я был тем пропавшим свободовским скаутом, которого ты пытался отыскать сразу по прибытию. Одновременно с этим я был и информатором долга. Таким образом, я избавился от лишних участников партии. Не навсегда, конечно, но на некоторое время. Опять же, моими руками в тот раз был ты. Хоть и не осознавал этого. Также я подстроил выход из строя одной из радиостанций вольных сталкеров. Намекнул Хасану начать сотрудничество с наемниками. Подговорил Вазгена подготовить крупный компромат на чистое небо. Да много всего, друг мой. Здесь начала разыгрываться крупная шахматная партия, которая, скорее всего, приведет к большой войне между кланами. Как бы это прискорбно ни звучало, но нам нужна эта война. И тебе отведена важная роль в ней. Если ты и по-прежнему будешь работать, как и сейчас. Для чего ты натравил ренегатов на болото? Мне кажется, что это было сделано только ради того, чтобы те создали проблемы чисто небу. Правильно. У меня были гораздо более далеко идущие планы на этот счет. Ладно, об этом поговорим позже. Сейчас ты должен будешь закончить дела здесь. Отправляйся в указанный район для начала. Там ты убьешь агента чистого неба. Ты уже встречался с ним здесь. Затем следуй на базу сталкеров. Найди там их радиста и скажешь, что время операции возмездия настало. Он поймет. Это условный сигнал для того, чтобы он связался с отрядом пернатых. Потом ты ликвидируешь их. Так, и напоследок. Группа ученых, которая осталась в живых, слишком велика. 6 человек. Троих из них я заберу и выведу. После расскажу тебе, для чего именно. Ты же придешь в их укрытие и убьешь остальных. Все понял? Да, отправляюсь. Так, как далеко мне уходить-то сейчас? О, господи. Ладно. Пробегусь маленько. Так, ну что ж, давайте-ка попробуем. Оу. Да ладно. Что-то как-то легко. Ну... А, Бурбузин, здорово. Давно не виделись. Так, а где остальные? Ох, ёлки. Так-с, ребята. Я уже почти подошел к радисту. Ох, блин. Не думал, что снова с ним встречусь. Валар Маргулис. Что, уже забыл меня? И тебе того же. Я-то думал, что ты решил покинуть эти земли. И покинул их. Да, я тоже так думал, но обстоятельства сложились иначе. У меня кое-что есть для тебя. Что именно? Один наш общий друг просил передать, что пришло время операции возмездия. Ты понимаешь, о чем я? Вполне. Как увидишь нашего общего друга, передай ему, что все было исполнено в лучшем виде. Вот и славно, бывай. Так, ликвидируйте высланный штурмовой отряд. Где они? Вроде недалеко. Блин, темно, однако. Ладно, постараюсь с ними справиться по-быстрому. Ну что ж, будем пробовать. Где они там гуляют? Отлично. Не сразу допетрил, что тут есть такая вещь, как сила притяжения. Так. Но это не единственные орлы, которых я должен убить. Где-то они еще гуляют. О, стоять. Не знаю, увидели они меня. Увидели. Несомненно.
Так. Оп! Куда пошел? Сидеть. Так. Фух. Неплохое укрытие. Так, еще одно. Давайте-ка я даже сохранюсь на всякий случай. Потому что ну нафиг. Еще что-то пойдет не так. Не понял, а где последний? Будет весело, если он раненый валяется. Алло. А, вот и где. Господи, а чё он сидел-то? Их, кстати, очень сложно было убить поначалу. Я еле к ним даже подошел. Так, это трогать не буду. Ну, тут только хлебушек. Да, немало их тут направили. И сразу поняли, кто я. Даже расспросов никаких вести не стали. Мне даже появиться не успел, они по мне огонь открыли. Ладно, возьму водку в кои-то веки. Ой-ой-ой, тихо, спокойно. Мне это не надо. Так, хорошо, как далеко мне сейчас идти? Ох ты ж, елки-палки, так это чё? Это база сталкеров. Ладно, ребят, чувствую, до конца этой ночи я не успею с ними управиться. Ладно, попытаемся еще раз. Итак, ребята, пора расправиться с этими ребятами. Ну, вооружены они неплохо. Вау. Вау. Интересная локация. Жалко, что раньше не обнаружил. Так, минус один. Получите. Сразу. Быстренько, хоп. Все. Развязка, вернитесь. К Анубису. Черт. Я забыл, что я бинты-то перебиндил. На другую кнопку. Точнее, я их вообще убрал. Из штук быстрого доступа. Блин. Вот это сейчас бы зафейлил. Так зафейлил. Не знаю, зачем я это уже собираю. Но черт с ним. Теперь осталось поговорить с Анубисом, который... Господи, чё ж вы меня так под конец игры так вводите? Не пойми куда. Дело сделано. Чистонебовцы, которые пришли сюда, все уничтожены. Их связной, боевой отряд, все... С учеными, которых ты не вывел, также все разрешено успешно. Ну вот и замечательно. Эта партия завершена пока в нашу пользу. Пернатые получили по зубам, группа стрелка готова отправиться к центру за выжигатель. Долг и свобода потеряли по одному своему отряду, и это позволило пока исключить их из расклада. Но только пока. Местные сталкеры, мы предотвратили распад группировки, и это тоже хорошо. Так, что еще? Теперь нужно разыграть следующую партию. С гораздо более высокими ставками. Ведь ты явно не свободовец. Может, уже прекратишь играть в загадки и скажешь, на кого работаешь? Эх, друг мой. Я бы не советовал тебе повторять еще раз этот вопрос. Скажем так, я тот, кому не безразлично то, что происходит в этом мире. Ладно, будь по-твоему. Ты мне все-таки жизнь спас. Я благодарен тебе за это. Что стало с теми учеными, которых ты вывел из этих мест? О них позаботиться должным образом. Один наемник радушно согласился проводить их в безопасное место. Кстати, расскажу тебе немного о своих планах. Ну, сами поняли, что это касается шрама. Слушаю тебя. Наемник, который повел оставшихся ученых мужей, непростой человек. Вы с ним чем-то схожи. Его зовут Шрам. Возможно, тебе доводилось уже слышать это имя. Он пока так же, как и ты, не догадывается, как и зачем его будут использовать в надвигающейся партии игры. Но он должен сыграть одну из ключевых ролей. Сейчас важно, чтобы он как можно быстрее попал на болото. Что ему там делать на этих болотах? К тому же с учеными, которых чистонебовцы просто уничтожат. Кто тебе сказал, что пернаты узнают, те ли это ученые или нет? Забудь вообще про ученых. И про этих тоже. Они все равно погибнут. Как только Шрам достигнет болот, произойдет сильный и внезапный выброс. Никто не уцелеет, кроме него. Не удивляйся, ты же помнишь раненого пси-волной скаута в деревне. Это тоже была моя работа. Шрам попадет к чистому небу. Его также завербуют, как когда-то тебя. Цель у Лебедева будет та же. Помешать стрелку добраться до Припяти и ЧС. И Шрам будет исполнять их волю.
Наверняка для начала они поручат ему зачистить болото от наплывших по твоей милости ренегатов. А там уже видно будет. Главное, что он будет одним из них. И что дальше? Он начнет работать на пернатых, идти по следу Стрелка и его группы. Какая нам от этого выгода? Наша выгода в том, что мы будем знать как планы группировки Чистое Небо, так и группы Стрелка. Запомни, наша цель в следующей партии — уничтожить Чистое Небо целиком. Мы заставим Шрама в конечном счете выманить их из своего логова и уничтожим. Кого-то убьем, возможно, кого-то пощадим и заставим работать на нас. Это не важно. Важно, что их группировка должна перестать существовать. И это лишь одна из задач плана. Хорошо, а какова моя роль? Все просто, друг мой. Мы же с тобой займемся тем, что развяжем войну. Ну как сказать войну? Мы лишь подтолкнем группировки начать действовать. Откроются некоторые новые территории, и кланы пойдут туда за новыми артефактами. Их покровители начнут пытаться договориться между собой, поделив новые сферы влияния. А мы лишь добавим немного остроты действий. Для начала займемся долгом и свободой. С ними будет проще всего. Тем более, что первые шаги ты уже здесь сделал. Хорошо. Ты показал мне другой путь, каким может пойти обманутый человек. Можешь на меня рассчитывать, я не сойду с него. Однако я не сказал, что ты будешь идти рядом. Оу! Что за... А? Фигеть. Вот это поворот, ребят. Слушайте. Срочно иду к Харальду. Ох, ну и дела, ребят. Конечно, повороты офигенные. Вот. Сейчас мод просто удивляет дико. И мне это очень нравится. Я по поводу твоего предложения о вступлении в клан. Оно еще в силе? Да. А что? Ты все-таки разрешил свои дела и решил остаться здесь? Ну, что-то вроде того. Проблема чистонебовцев была разрешена, и мне больше некуда идти. Путь в свободу или долг мне заказан. Даже несмотря на то, что там удалось замять конфликт. Становиться мародером или простым наемником – это не для меня. Я изгой, которого швыряет из стороны в сторону. Я хочу лишь найти покой. Изгой, говоришь? Не преувеличивай. Ты еще даже не представляешь, что действительно значит быть изгнанным. От своих слов я не отказываюсь. Такие люди, как ты, нужны нашему клану. У меня есть много планов по дальнейшему развитию. Нам следует усиливать влияние на других ревных местах и думать о возможном продвижении к северным территориям. А что, вполне перспективная идея. Я мог бы начать работу над установлением нужных контактов на севере. Засиделся я тут на ваших болотах. Не торопись. Для начала расскажи мне более подробно, чем же ты конкретно здесь занимался. Понятно, что ты работал на Чистое Небо. Насколько мне стало известно, ваши пути разошлись, и твой последний контракт обернулся для всех большими проблемами. Мне нужно знать, не потянешь ли ты эти проблемы вслед за собой в клан. Точно ли ты все разрешил? Что именно произошло после того, как ты должен был встретиться с агентом Чистого Неба? Повторю, проблема чистонебовцев была мной разрешена. Проблема с группой ученых-сталкеров тоже. Все остальное не имеет значения. Я здесь и готов работать. Остальное не важно. Хорошо. Пусть будет по-твоему. Но так или иначе я проверю то, что ты называешь всем остальным. Пока ты свободен, отдыхай. Я вызову тебя, когда будет конкретно готов план действий по расширению нашего присутствия на севере. Ступай. Буду ждать. Бывай. Вот так вот заканчивается история Варга в модификации «Смерти вопреки» в «Паутине лжи». И знаете, ребят, остальные концовки я все-таки добивать не буду. Во-первых, я полностью согласен с этой концовкой. А во-вторых, ну, как-то, знаете, я уже слишком долго лопачу этот мод, поэтому... Лучше уже перейти поскорее к прохождению других модов. И в целом, эта модификация мне понравилась. Особенно вот под конец тут были очень интересные повороты. Правда, местами излишняя беготня мне просто жуть как надоело, поэтому... Если бы не беготня, то этой модификации можно было поставить там 8-9. Да что там, можно было в принципе и 10 поставить, но лично от меня оценка 7,9. Ну и по сути,
На этом наше прохождение заканчивается, однако, как вы помните, в этой серии я не подошел к Харальду, а сразу к Клыку, и из-за этого, так скажем, квест отменился. В общем, вкратце сейчас скажу, что нужно сделать. В общем, я пришел к Харальду, он сказал, что нужно ликвидировать Хасана, и есть два способа. Это либо подойти к Хасану и сказать, что «Ой, браток, там в лесу что-то интересное», и там его пристрелить. Либо отравить его. Я решил выбрать второй вариант, заложить фугас с отравляющим газом. И именно он подействует на Хасана, а на остальных нет. В общем, ребят, сейчас давайте-ка спрячемся в хорошем ящике. На всякий случай. И подождем, когда сработает наше устройство. Воу! Мда, херовый был сегодня супчик у вас, Гена. Да и судя по запаху, гороховый. Оу, ужас. Да, ребят, катализатором для, так скажем, активации яда был гороховый суп этого самого Вазгена. Так, сейчас идем к Харальду и говорим, что работа наша выполнена. Хасан мертв. Я сделал все, что нужно было. Работал через снабженца. Хасан был ликвидирован с помощью отравляющего газа, как ты и советовал. Молоток. Отличная работа. Теперь мы сможем наладить жизнь клана без этого ублюдка. А вот как быть с его оставшимися верными людьми? Я тогда еще спрашивал про это, когда мы выяснили, что в его делах был замешан техник. Просто лояльные узнают его гибель и забьют. Они не опасны. За теми же, кто был с ним более конкретно связан и еще жив, установим слежку. Начнут залупаться, закончат так же, как и Хасан. Мудро. Точно. Теперь насчет тебя. Ты реально доказал свою пользу нашей группировке. Я, конечно, понимаю, что ты здесь ради своего дела, но мне не очень хочется терять такого ценного человека, как ты. Поэтому я предлагаю тебе занять место Хасана подле меня. Единственное, что мне будет нужно, это верность. Ты видел, что в конечном итоге становится с теми, кто предает меня. Но те, кто пойдут за мной, вознесутся до недосягаемых высот. С твоим умом и прозорливостью мы усилим свое влияние, заработаем кучу денег. Спасибо за доверие. Я подумаю над твоим предложением, но пока я должен разрешить свои дела. Ну, в общем, что было дальше, вы знаете. Наконец-то последний кусочек пазла собран. И картина предстала перед нами целиком. Что ж, как я и говорил, концовкой я доволен. Модификацией вполне себе тоже. Если бы не некоторые нюансы, то мод можно было очень высоко оценить. А пока, в принципе, поставим ему удовлетворительную оценку. То бишь, 7,9. Да, именно не 8 целых. Потому что все-таки на последних этапах беготня меня немного подзадолбала. А так, в принципе, можете считать, что где-то 8 этому моду точно есть. Ну что ж, дорогие друзья, давайте-ка завершим на этом наше прохождение. Что ж, с вами был я, Глеб. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. И всем пока, увидимся в следующих прохождениях.